Доброго момента всем, кто смотрит данное видео вместе со мной. Мы все дальше и дальше в глубине, в пучине своих кошмаров. И, короче, творится какая-то вообще безобразная хрень. Что это у нас? А, там завал, ладно. И куча кукол. Замечательно. Что у тебя за кошмары такие кукольные? Моргает, не моргает, не моргает, не моргает. Так, тут несколько вариантов развития. Пойдем сюда. Здрасте. Здрасте. Воу! Зачем ты это сделал? Меня эти куклы вообще напрягают. Они такие какие-то... Нет! Только не ты. Короче, началась музычка, все, жопа, значит. Ты меня не съешь. Я успею, наверное. Опа, а где же он? Куда же он? Эй, тихо, тихо, тихо. Я пошутил. Нет! Если он сейчас идет налево, то у меня вариантов нет. Да нет, нет у меня тут. Короче, тупик ведь, да? Да все, харе нюхать-то! Что за нюхабельный процесс у тебя пошел? Фига он как шнобелем своим, видите? Нет, пошли, короче. С вариантов-то нет. Придет, блядь, да? Я... Бля, иди ты! Вот, опять такой сумоист такой, где он? Ну что же с ним не так? Куда он делся? Только чтобы перед глазами залез в шкаф и пропал. Ну что с ним не так? Где он? Давай иди налево, мужик! Гребаные куклы! Гребаный кто это? Это какой-то ребенок на стероидах вообще, я не понимаю. Застрял. Зашибись, короче. Я игру сломал. Что, блядь? Что, блядь? Там куклы. Чё, и со свечой какая-то херня отходит. Ну, стоит. Да сколько тут бежать-то можно? Блядь, иди в жопу. Я думал, ты один. А вас двое, друзья. Я игру, конечно, сломал. Это уже нехорошо. Ну да ладно, но это ж я. Чё, это? Какая серия? Блядь, что? Нет меня здесь. Ты охренел, что ли? Самый умный, что ли? Блядь. Ну зачем же так быстро возвращаться-то? Потряси мне еще тут шкаф. Не, ну, блядь, да иди ты в жопу. Да, блядь! Как пройти-то его? Короче, я понял, когда он отойдет налево, надо бежать. У него, смотрите, такие губки классные. Сексуально вообще. Я уже запомнил, что с тобой делать, мужик, да. И как я понимаю, пока ты ко мне спиной, ты меня не видишь, да, ведь? Не видит, не видит, он меня не видит. Уже поднимайся, слава богу. Тихо, спокойно, да, не шабуршим, не скрипим. Мы... Чё? То есть мне куклы проход закрыли? Молодцы. Молодцы. Эти куклы неспроста. И здесь проход закрыли, и там плафон. О, библиотека! Обворовали, обворовали. Давно тут никто не жил. Опять сестра мертвая. Сейчас вскочит ведь, да? Сестра... Ой!
Что? А, и вот я написал. Типа, ее кто-то убил. И я в психбольнице. Прекрасно. Я тебя понял. Я вас понял. Я прятаться. Под кровать лезь. В Outlast'е так можно, я знаю. Что происходит? Можно посмотреть? Я же интересабельный. Опуль. Ну ладно, пошлите. Раз предлагают, надо идти. Чего? Ладно, то есть меня в психбольницу посадили? Типа я подумали, что я ее убил, попытался убить себя, но ну, не умер. Так, ладно, допустим, ничего. Ничего. Куда я иду вообще? Зачем я куда-то иду? Так, ну ладно. Вообще, это, по-моему, не самая лучшая идея, но мне интересно, вдруг там чего-то будет такой подсказкой, блока. Security. Так, спуститься я не могу. Да, блин, грёбный Outlast. Реально, очень похоже. Прям такие же варианты развития событий, короче. Ладно, допустим, я не могу уйти отсюда, да? Ладно, охрана, мы на охрану пришли. Так, там что-то плохо парню вообще. Что-то ему плохо. Так, ладно. Ничего тут такого нету. Обычная психбольница. Обычный человек, который... Обычный психбольной, который вышел на свободу. Все нормально. Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего ты меня оставил играть в эту игру? Я хочу сидеть, есть чё купить. Что? А. Диспансерная, понятно. Диспансер, короче. Давайте сюда. Вот и сюда людей. О боже, то есть так, это вот, знаете, метод лечения. Там нагло укапало, короче, прекрасно просто. Замечательно. Это не лечит, это психом делает. Еще инвалиды, коляски. О, коляска тут, кстати. Гребаная коляска, которая пропадает в Dead Space, я помню. Кровь. Че, на кровь тебя могу поставить? Я теперь что-то не хочу заглядывать в эти фиговины, если честно. То есть я все-таки остался жив, сестра умерла. Никого. Тихо, спокойно, держим путь вперед. Гребаная психбольница, гребаная коляски. Так, никого, я не смотрю. Я взглянул, ничего не произошло. Блок Б, охрана. Так, ладно. Опа, пап. А, мне туда никак, зато я могу здесь. Так, ладно, спустимся ниже. А, мы наружу идем, да, вроде как? Или нет? Или мы в подвал идем? Просто самая офигенная идея идти в подвал, короче. В психбольнице. Я бы и так бы никуда не пошел в психбольнице. Пока ты в своей комнате, в принципе, ты защищен. А вот как только вышел... Никакой защиты. Вот тут этот. Авторископ. За звук. Такое ощущение, что кто-то убегал от кого-то. Так, ладно, идем дальше. О, АБВГД. Так, тут у нас ничего нет. Ничего. Так, ладно. Допустим. Допустим. Что-то вообще просить нужно. Так, ну ладно, допустим. Кровь какая-то вообще. Ребенок? Откуда здесь взялся ребенок? Блин, что? Твою мать! А вот об этом меня никто не предупреждал.
Чего ты ходишь-то там? Тихо. Он, походу, дело слепой. И он только унюхать меня может, похудел, да? Или услышать? Так, ладно, валим. Хорошо хоть здесь оповестили. Тихо, спокойно. Смотри сюда быстрее. Рука! Ура! Это прям радует меня. Тихо. Ходит, что ли? Идем дальше. Опять я сюда пришел. Я вернулся, что ли? Ну, ладно, надеюсь, что нет. Если я вернулся, то это пипец. Опять эта шкатулка заиграла. Короче, все становится на круги своя, по ходу дела. Ну, как я понимаю, что уже игрок к концу, что ли, подходит. В общем, мою сестру убили. И я покончил жизнь самоубийством, попытался, но не получилось. И я поэтому в психбольницу попал. Так, я их слышу. Я уже их слышу. Блять. Блять. Подниматься, что ли, стал? И в жопу. Блин! Здравствуй. Вот тебя бери, черт. Гиппона, мать. Он большой по сравнению со мной. Там что-то есть, он что-то охраняет, короче. Но что он охраняет? Это Япона, мать, короче. Я туда не смогу подойти. Вы уж меня простите. Может, подойдет сейчас? Не-не, он прям не хочет входить, короче. Да и я как-то не горю желанием узнать, что там. Нет, я-то горю желанием узнать, что там, но вот он не горит желанием мне показывать истины все там. Чё, у нас рука опять. Зашибись просто, зашибись просто. Уголок, а, кухня. Слушайте, это же кухня моего дома. Или чего? Нет, что ли? Зашибись тут вообще. Возьми ногу, я не знаю, там кость есть, костью хотя бы отмахиваться будешь. Реально, эта нога уже никому не пригодится, а тебе хотя бы жизнь спасет, там в горло какую-нибудь кость воткнешь, да и все. Чувак, мы должны выжить. Бляха-муха. Там что-то на полу. Так, я успел посмотреть, я молодец. Посмотрим в эту дверь. Да посмотрим, посмотрим, горю. Нет, ничего там нет. Блин, там еще один. Он еще и по диагонали ходит. Блять, иди нахрен. Да бляха, муха. Вот меня никто не предупреждал, что они по диагонали будут ходить. Короче, давайте на этом серию закончим, короче. Просто две серии за одну смерть, это уже... Две... Что я сказал? Две смерти за одну серию, это и так уже лишка, в общем. Спасибо всем, кто смотрит. В следующей серии мы с ними будем мучиться, короче. Теперь они по-новому ходят. Слушайте, умные стали. В общем, до новых встреч на канале. Спасибо всем, кто смотрит. Подписывайтесь, ставьте лайки.
серии короткие, что поделать, да. Но зато интересные. В общем, увидимся в следующих обзорах на канале. Пока!